Детская площадка стоит в воде. Жители Магадана на улице Берзина обеспокоены проблемой неизвестного источника воды в игровой зоне для детей. Магаданцы обозначили проблему еще в прошлом году. Специалисты отмечают, что воду проверяли в лаборатории. Оказалось, она не проточная и не из канализации. Сотрудники утверждают, что она бьет из подземных источников. Водоотведение сделать в этой зоне невозможно. Поэтому глава областного центра выехал на адрес с целью устранения проблемы. Поэтому мы приняли сейчас решение. Вот здесь есть недостроенное здание, ростверк стоит, он очень плотно стоит, мы его отсыпем, благоустроим, переносим туда детскую площадку, а здесь делаем такую локальную лесную зону, где будут посажены лиственницы, сделаны дорожки, чтобы можно было подойти. Ну, естественно, ограждение и так далее. Ну, и заодно сделаем и пожарный проезд, и заодно почистим и вот ту канаву, которую люди используют, к сожалению, как место для сброса колес и всяких ненужных вещей. Перенести детскую площадку и облагородить участок службы Магадана планируют в течение месяца. В этом дворе живет много детей, поэтому новый участок на Берзина 21А будет востребован жителями этого региона, отметили специалисты.